Все. Бода-барода. Читать не перечитать. Привет, Бода! А? Ой. Уже урок? Привет, дети. Ой, сегодня я научу вас букве А. Бода, букву А мы уже знаем. Давай лучше читать слова. Слова? Читать? Ну, пожалуйста, Бода. Ладно, ладно. Ура! Ищем слова. Так, что тут у нас? Река с мостиком. Скучно. Пирапипеды сложно, деревья были, горы высоко, в Индии змеи. Но Бода... Вот, будем читать его. Это гном. Бода, может, не стоит его будить? Что-то я не слышу, как вы читаете. Гном! Эй, что вы так кричите? Мы не кричим, а читаем. Читаете? Меня? Да кто вам разрешил? Это нарушение личного пространства. Я буду жаловаться. Нехорошо, что мы его разбудили. Не разбудишь гнома, не услышишь грома. Урок окончен. Читать нечего. Все прочитано до нас. А давай дадим объявление, что ищем тех, кто... Опять вы мне и страдать мешаете. Все, я закончил. И вот что я придумал. Дадим объявление всем, кто хочет быть прочитанным, срочно собраться у дома Бода. Повторяю, собраться у дома Бода. Я генерал, помните? Я очень люблю буквы. А ты хорошо себя вел? Очень. Я делал зарядку и никого не обижал. Раз так, прочитаем. Генерал. Спасибо вам большое. Меня интереснее всего читать. Во мне есть редкие буквы. Опять он хвастает. Харек. А меня прочитали. Здравствуйте. Мы с вами как-то по Волге путешествовали. Капитан. Ого, вот так народищу. Дети, надо бы ускориться. Хорошо, Бода, сейчас. Динозавр. Енот. Робот. Заяц. Верблюд. Крокодил. Мне кажется, все. Стойте, а можете и меня прочитать еще раз? Пожалуйста. Эй, ты меня разбудил. Это нарушение личного сна. Уроку конец. Извините, что я вредничал. Я злой с просонья. А так я очень люблю, когда меня читают. Ну что, будем его читать? А то! Гном! Ура! Все, урок окончен. Наконец-то. Вот читуны. Читают. Поспать и некогда. Пока, Бода. А, вы еще здесь? Пока, дети. В следующий раз букву А будем проходить. Все спокойнее, чем это ваше чтение. Буква И. Бода, что у тебя там застряло? Хочу вытащить на свет все слова на букву И. Помогайте. А! И, чего ты мне подсунула? Утку, палку и балалайку. Мне нужны слова, которые начинаются с тебя. И.
О, дети, буква «ы» заболела. Вещи странные, слова непонятные, вызывайте врача. Бода, все в порядке. Это слова на букву «ы», только на других языках. Смотри, вот, «ых». Хакасский музыкальный инструмент. Ыргак. Крюк во многих тюркских языках. Иштыкма. Фаршированная утка по-туркменски. О, а ты у меня образованная. Языки знаешь. Давай нам теперь русские слова. Нам для урока надо. Бода, кажется, в русском языке нет слов, которые начинаются на букву «ы». Как много вы еще не знаете. На букву «ы» полно слов. Например, «Иблоко». Бода, нет такого слова. Есть слово «яблоко». Как я вас разыграл? Конечно, нет никакого «иблока», а есть «ирбуз». Не «ирбуз», а «арбуз», Бода. Рыбка. Это рыбка или юбка? Получилось. Учишь их, учишь, а им бы только хахоньки да хыхоньки. Вот вам! Иска, Игорон и Ранья! Ух ты! Что это? Это мои слова на букву «ы». Я их придумал специально, чтобы выучить с вами букву «ы». А что они означают? Да все что угодно! Вот, например, Иска поскакала в Игорон за Ираньей. Бода, эта лягушка поскакала в траву за стрекозой. У этих предметов уже есть название. Вот, пожалуйста, вам Иска, Игорон, Иранья. Ой, Бода, твоя Иска упала. Какая же это Иска? Вы что, Иску от Игорона отличить не можете? Нет, не можем. Ну и пожалуйста, раз с этой буквы не начинается ни одного слова, тогда повторим другие, нормальные буквы. Бода, зачем ты обидел букву «ы»? Смотри, без нее мы не смогли бы написать многие важные слова. Например, ты, вы, мы. Это еще что такое? Сейчас мы подставим букву «ы» и узнаем, что это посылка. Что там в моей посылочке? Скорее расставляйте все, куда следует. Сыр, часы. И дыня. Видишь, Бода, буква «ы» нам помогла узнать, что в посылке. Видишь, как мы с тобой хорошо их не учили. А чтобы дети тебя лучше запомнили, назову твоим именем неопознанный геометрический объект. Вот! Теперь это носит почетное название «Ирапыпед». Ясно вам? Буква «х». Привет, Бода! Что ты делаешь? Привет, дети! Как что? Снимаю кино на букву «Х»! Как этот мне хип-хоп! Ты хотел сказать «Хичкок»? Так звали великого американского режиссера! Хватит спорить, дети! Кино само себя не снимет! Поехали! Подбор актеров. Актер номер один. Храбрый хомяк. Расскажите нам о себе. Я готов к любым опасностям. Ничего не боюсь. Не-не-не-не-не. У нас безопасное кино. Следующий. Но... А вы у нас... Хвастливый хорек. Вперед! Хвастай! Я! Во, заливает. Самый он. Видали? Не люблю хвастунов. Следующий. Хмурый хамелеон. Что-то он хмурый какой-то. Спасибо. Бода, нужно кого-то выбрать. Эй, какая досада. Роль ваша. Двигаемся дальше. Выбор места для съемок. Вот список моих пожеланий. Зимний дворец? Еще чего? Вот хижина на букву «Х». Но... Такая уж буква. Дальше.
Реквизит. Это еще что за беспорядок? Это реквизит. Так в кино называют предметы. Что там нужно для съемок? Вот что, дети. Выберите тут самое что-нибудь подходящее, а я размышлять пойду. На букву Х начинается халат, хачапури, холст. А чашка, стол и телевизор начинаются с других букв. Ха-ха. Неплохо, неплохо. Что ж, начинаем съемки. Съемки. Так, ты понял, да? Твоя задача совершать действие на букву Х, а именно хозяйничать, ходить и мне художничать. Нет такого слова художничать. По контракту я не обязан показывать несуществующие слова. Хорошо, заменим художничать на хрюкать. Нет, я уж лучше нарисую что-нибудь. Отлично, все по местам. Поехали, начинай хозяйничать. Так, так, да, да, так, хорошо. Хмурости добавь, эмоции с душой. Теперь походи, возьми хачапури. Да, неплохо. Продолжай ходить, ходить, ходить. Больше хмурости. Наезд, крупный план. И... снято! Наконец-то. Тоже мне Хичкок на букву Х. Классно, Бода. Получился маленький фильм на букву Х. И что мы, дети, узнали из этого обучающего фильма? Что слова могут означать не только предметы, но и действия. Нет, дети, мы узнали, что будь ты хоть трижды Хичкок, а с хмурым хамелеоном хип-хопа не спляшешь. Это как, Бода? А вот так! Как написать стихотворение? Привет, Бода! Привет, дети! Сегодня я научу вас писать стихи. Ух ты, как интересно! Пишите. Я памятник себе воздвиг нерукотворный, к нему не зарастет народная тропа. Но это стихотворение давно уже написал Пушкин. Писать стихи не значит переписывать чужие, а значит сочинять свои. Вечно вы все усложняете. Ладно, не все же Пушкиным всяким стихи сочинять. Научу и вас тоже. Итак, дети, чтобы сочинять стихи, вам нужны дом с парком, стол, подвинься. А, вот, еще такую позу принять. И сочиняйте. Вот, вот. Облака затянули небо, морфы прячутся в доме, начинается дождь. Ух ты, Бода, получилось хайку. Эй, нечего обзываться! Хайку – это не обзывательство, а жанр японской поэзии. Но в России чаще пишут четверостишие с рифмой. Я и пишу с рифмой. Вот моя рифма. Нет, Бода, рифма – это созвучие окончаний слов. Например, Бода – мода, Бода – сода. Да я так сразу и сказал. На небе облака, водоворота, морфики попрятались, погода. Начинается дождь, природа, осень, время года. А еще важен ритм. В стихах ударные слоги равномерно чередуются с безударными. Дети, я так совсем промокну, пока вы научитесь стихи сочинять. Тоже мне. Во! Облака на небе, вода, морфы прячутся, погода. Скоро дождь пойдет, природа, осень – это время года. Фу! Здорово получилось, только смысл не очень понятен. Конечно, непонятен. Пока вы тут вредничали, уже вон зима началась. Теперь все переписывать надо. Какое-то у меня настроение не поэтическое. Настроение, в котором легко писать стихи, называется вдохновение. Раньше считалось, что его приносит крылатый конь, пегас или музы. Эй, потише! Думать мешаете своими пугасами. А еще вдохновляют сильные впечатления. О, сработало. Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя. То как зверь она завоет, то заплачет, как дитя.
Ай да Бода, ай да хороший поэт. Бода, это отличные стихи, только их тоже Пушкин написал. Да? Какой удар от классика. Все, никакой больше поэзии, только здоровый образ жизни. Я видел и бурю, и вьюгу, и вот переехал я к югу. Признаюсь вам, честно, друзья, как прежде не стану уж я. Ой, Бода, какие стихи у тебя получились. Коллега? Я так сразу и сказал. Для стихов настроение нужно правильное. А вы? Пушкин все давно написал. Все, пока-пока, дети. Пока, Бода. Части тела. Здравствуйте, дети! Здравствуй, Бода! Сегодня мы будем читать названия животных по фотографиям. Я их сам сделал в зоопарке. Эй, это мое! Отдай! А ну, быстро отдай! Это мое! Отдай! Ловлю! Сейчас! Уже почти поймал! Эй, вот! Это волк! Угадать животное каждый может, а вот прочитать... Волк! Молодцы! Морфы, вылезайте! Посмотрим другие фотографии. Так, а это еще что такое? Глаза! Глаза! Вы пока почитайте слово «глаза», а я поищу остальное животное. Глаза! Так, понятно. Сейчас прочитаем животное по частям, а потом сложим их вместе и прочитаем его название. Какие большие уши. Уши! По-моему, они к этим глазам не относятся. Относятся. Что же это за животное? Это очень ушастое животное. Оно когда спит, комаров ушами отгоняет. О, какой нос! Когда нашему животному неохота вставать с постели, оно этим носом достает еду. Бода, я знаю, чей это нос. Это нос моего любимого животного, которое я сейчас соберу. А вы прочитайте его название. Итак? Бода, и эта шея тоже принадлежит твоему несуществующему животному? Почему несуществующему? Оно очень даже известное. А где оно водится? Оно водится в кинотеатрах. На последних рядах ему ничего видеть не мешает. Вы лучшее слово читайте. Шея. Бода, мы уже хотим прочитать название этого животного. Так, ну тогда вот. И вот сюда, и вот, вот, вот это вот. И ноги, руки, хвост, и все, вот. Ну хорошо. Это животное называется... Называется оно... Кенгу Стражи Раус. Такого животного не существует. То не существует, это не существует. Вам лишь бы слово длинное не читать. Сами делайте себе теперь животное. Вот вам. Эти глаза лемура. А нос слона. Уши тушканчика. Ноги страуса. Стоп, 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 стоп. Ха-ха, я вас подловил. Это ноги не страуса. А чьи? Мои. Нет, Бода, это все твоя фантазия. Сами вы фантазия моя. Надо же, придумал себе учеников каких-то, читать их учу. Они еще спорят. Пойду лучше засуну голову в песок.